Мало кто знает, но проект 5.100, кроме бесконечных совещаний, защиты дорожных карт и роста научных публикаций, включает в себя обширную образовательную программу. В ее рамках проходят многочисленные семинары, посвященные многим аспектам жизни университетов. На них представители вузов не только учатся отвечать на новые вызовы, но и делятся друг с другом опытом. Заключительный семинар не стал исключением. Проблема привлечения иностранных абитуриентов волнует всех без исключения, и у каждого свой взгляд на ее решение. Хорошо работают программы обмена иностранными студентами. То есть, возможно, какие-то изначально студенты могут посетить летние курсы по изучению русского языка. И в дальнейшем, если они заинтересуются действительно в освоении какой-то новой специальности, можно уже завлекать и на академическое обучение. У нас в нашем вузе выделяются квоты на бесплатное образование для иностранных граждан. Это хорошее общежитие, естественно, что немаловажно. Потом наш вуз находится в самом центре города, и как бы вокруг очень много достаточно мест, где можно достопримечательности посмотреть и развлечь для студентов. Я думаю, это очень важно. Я считаю, что это популяризация российского образования и, в первую очередь, популяризация русского языка, русской культуры. Я считаю, что это очень важно в мире.